нас. Аминь. Царь Небесный, утешитель, Дух истинный, вездесущий и все наполняющий, сокровище благих и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя как на земле, так и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Семикратно в день прославляя Тебя за суды правды Твои. Псалом 118, 164 стих. Непрестанно молитесь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Бог и Бог. Аво Отче, услыши молитву нашу. Помилуй и прости меня грешного. Тайны и явные, в уме и помышлении, во дни и на дни, во все дни жизни, великие и малые грехи мои прости, и соблазн, который я подал ими, где я падал и вставал. Господи, но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаяться в спасении. Слава Тебе! Это помощь Духа Твоего Святого и молитва святых. Хвала Тебе! Аллилуйя! Свят, свят, свят! Господь Бог наш! Слава Высшему Богу, мир на земле и человеком благоволение. Благодарю Тебя, Боже, за день, который Ты даровал мне святую веру в Тебя. Страх Божий, ожидание суда Божьего, благодарю за день, который дал мне Твою святую Библию и указал на толкование святых отцов и канонов Церкви, как на истину. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя. Покроем оформ любви Твоей. В скорбях, печалях, тесных обстоятельствах Ты помогала мне от позора, поношения, посрамления, отступничества, измены спасала. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии, за род человеческий, дивная заступница наша, Дева Мария. Аллилуйя! Ангел Христов, хранитель мой святый, моли Бога о мне грешном, добрый мой ангел. Благодарю Тебя, столько лет Ты защищал меня от невидимых злобных духов, которые могли погубить бы сразу. Без покаяния не отпусти и жизни, и в транспорте, и всюду Ты хранил меня. Благодарю Тебя, ангел, и смертный час не покинь, и на мытарствах проведи душу мою, и веди в Царство Небесное навеки. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас, Господи, научи нас жить в бедности и быть благочестивым, довольным, довольствоваться питанием и одеждой, и искать прежде всего Царствие Божие и правды Его, и не бояться начальствующих и правителей грозных, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но обличай и устоять в верности Богу. Господи, услыши нашу молитву и тех, кто молится о нас. Коснись сердец патриарха, митрополитов, епископов, священников и диаконов, и тех, кто является служителями Твоими. Даруй им, Господи, страх Твой святой. Господи Боже наш, святительник Христов Никола, Меликийский чудотворец, образ крутости и воздержания, добрый архипастор, моли Бога нас. Господи, слава Тебе за Господи Николу, скорый помощник деле, благодарю Тебя, и услышишь молитву о людях, о животных. Господи, Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный, спаси нас, Господи, и помилуй. Аллилуйя!
святые пророки Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Арон, Павел, Ной, Иосиф, патриархи Езры, Нееми, Амос, Наум, Исаия, Еремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иоиль, Агей, Сафония, Захария, Малахий, Давид, Нафан, Даниил и отроки, пророк Михей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за святую Библию, за дивных пророков, которые, движимые Духом Святым, изрекли, записали и сохранили эти слова для нас. Исполни Духом Твоим Святым Церковь Твою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас неготовыми. Мы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолы Божии предстоящие, молите Бога о нас, святые всехвальные апостолы, первоверховный Петр и Павел, святые евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей мира, Ты их всех знаешь. Да продлится еще мир, дай нам священника, рожденного свыше, и место для занятий. И определи нашу участь, как Тебе угодно. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, святые мученики и мученицы, Игнатий, Иванович, Прикар, Смирский, Иосиф, Философ, Космай, Демьян, Андрей, Стафилар, Ирон, Мученик, Климент, Римский, Климент, Анкирский, Анфимий, Комбийский, Георгий, Победоносец, Претилимон, и 40 святых мучеников, царь Николай, святой царское семейство, Владимир, Миньямин, Иосиф, Полис, Греб, молите Бога о нас. Господи, укрепи сердца наши в Слове Твоем. И малые дети, чтобы верили искренне в Тебя, в гонениях и в искушениях, не допусти до принятия антихристской печати на чело и правую руку, чтобы в скорби и в печали никто не отошел от Тебя, Господи. Святые учителя церкви, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирий, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнелий, Иов, Сергий Радожский, Стефан Пирский, Серафим Саровский, Иоанн Табурский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да помилует и спасет Господь нас. Да дарует нам жажду исследовать Слово Божие, любовь ко Святой Библии. Святые жены и девы, Фёкла, которая мучается, Фатина, Самарина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Матерь Софии, Наталья, Андрея и Андриан, Варвара, Екатерина, Перпетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Илина, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Престила и Акила, Андроник и Юник, Киприан и Юстина. Молите Бога о нас. Господи, даруй послушание, молчание, целомудрие и стыдливое женам и девам. И сохрани их от поруганий недобрых и нападений недобрых людей. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Благослови, Господи, еврейский народ, чтобы приняли Тебя как Мессию. Даруй мир Израилю, России, Украине, Белоруссии, Казахстаном, большим и малым народом. Прославляем Тебя, Владыка, за все суды и правды Твои, чтобы люди покаялись, да помилуют нас. Молим Тебя, Господи, за призванных на фронт братьев Никиту, Андрея, Максима, Николая и других. Не дай им быть убийцами, если придется погибнуть, не дай им и без покаяния. Если на то Твоя святая воля вернуться живыми и здоровыми. И внуков моих, Алексея, Александра, не дай погибнуть, удержи их от зла. Помоги с изданием трехтомника, с толкованием блаженного Филактета. Посети болящих, Ольгу, Антонию, всех других, которые нуждаются в помощи Твоей, в помощи врачей. И облегчи их страдания. И дай им утешение, но иметь надежду на исцеление и спасение. Да будет все по воле Твоей Святой, Господи. Сохрани и укрепи Потеряевскую Барнаульскую общину. Не имеющим жилье, помоги обрести жилье. Делающим ремонт, управляться с ремонтом. Не имеющим работу, найти работу. Начальствующих, чтобы не заставляли делать разные прививки.
не имеющий вида на жительство, помоги им в выдаче скорого получения. Благослови путешествующих, находящихся на суше, на море или на воздухе. Спаси и сохрани отца нашего духовного Игнатия Тихоновича и батюшку Якима, Машку Людмилу, Надежду Васильевну, Елену и других, которые служат тебе, стоят на молитве, которые не стоят на молитве, но делают многое для прославления имени Твоего Святого. Слава тебе! Не оставь Авраама, Русика, Александра, Павла, не дай им погибнуть, Андрею помоги в семейных вопросах. Уж больно тяжко идет между ним и женой, и сыном. Помоги им, Господи. Сохрани и умножь наше сообщество в интернете. Не дай, дай всем рождение свыше, быть благовестником и достойным великого звания христианина. Сестру Ирину не оставь, помоги принимать правильные решения, а гонителей укроти и ослабь, если возможно, чтобы покаялись. Вячеславу продолжать дальше учебу и благополучно и удачно сдавать экзамены. Господи, защити нашу Родину от нашественных племенников, от внутренних распрей, от беззакония, которые в тайне. Останови делающих злом, просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих, и также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые служат, не служат Тебе как должно, пусть покаятся в небрежении своем и проповедуют смело об Иисусе Христе всем. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя, и Слово Твое изречённое в Святой Библии. Прости, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог и Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия Ава, Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение. Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Создав меня, Господи, помилуй меня. Вещества я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, соедини наши молитвы с воздеянием рук, с молитвами всех святых Твоих на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Господи, прими нашу молитву, всех заповедующих нам молиться о них. Спаси и помилуй. Говори, Господи, слушай да слыши голос Твой, рабы Твои. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Всех поздравляю с Рождеством Христовым! Аллилуйя! Слава Господу Богу наш! Аминь! Аллилуйя! Спаси Христос! Благодарим за молитву! Аминь! Аллилуйя! Аминь! Спаси Христос! Благодарим за молитву! С Рождеством всех! Аминь! Спаси Христос! С Рождеством всех! Христос, с праздником. Спасибо, Христос, благодарю за молитву. Рождество. Аминь, спаси Христос. Иисус живой, аллилуйя. Спаси Христос, всех с Рождеством. Аминь.